Здравствуйте, мои золотые. На улице мороз, блин. А я иду на почту. Посылку получать. Утром было 32. Сейчас не знаю сколько. Но надо. Ира у меня заболела. Пошла вот это с утра на работу с температурой. Потом звонит и говорит, сил нету никаких. Ну, сейчас на почте встретимся, потому что посылку я на нее оформляла. Я же была без прописки. Вот, теперь-то у меня все нормально. Вот, хочу про посылку сказать. Когда на Новый год Татьяна Валерьевна уехала в Иваново, Саша моя тоже туда, в Ивановскую область, я потом и думаю, а чего я ничего, ну, им не заказала с ивановского трикотажа-то. Но время у меня было навалом свободного. Залезла я в интернет. Думаю, а хоть посмотрю, чего там есть-то. Ну и нашла такой интернет-магазин «Василек». Назаказывала. Вот посмотрим, что придет, какого качества и как. Вот. Сейчас получим, и я сниму вам, покажу. Ну, долго шла посылка. Но самое главное, пришла. Ну, опять же, я думаю, что долго она шла не по вине магазина. Они вроде уже давно отправили. Это почта чего-то. Вот. Ну, сейчас посмотрим. Ой, холодно. Ой, вот что еще хотела сказать. Зайки мои. Вчера отвечала на комментарии. И там есть такое, что какая-то существует недосказанность. Конечно, существует. И название этой недосказанности – склероз. Я, когда сниму видео, потом смотрю и понимаю, что я и половины не сказала того, что надо было. Видимо, нужно прям записывать тезисы себе. Ой, так, ну пришла я на почту. Ну вот, пришла посылка. Лопнула. Ну, пакет лопнул. Ну да. Сейчас потащим домой. Ну что, мои дорогие, намерзлись? Ну, притащили посылку. Посылка оказалась лопнула. Мы по весу посмотрели. Все нормально. Иринсан, иди. Будем вытаскивать. Ну что, девчонки, это Иваново, это хлопок, это наш отечественный производитель. Вот не знаю, померяем, конечно. 54 размер я взяла. Ага. Туники в основном. Так. Габариты. Если у женщины есть на карточке деньги, то ее тяжело остановить. Так, это Саша, видимо, себе. Я Саше написала, она тоже себе. Я говорю, давай-ка подзакажи себе чего-нибудь с кружевами. Угу. Тоже вот такая вот штучка. Ну, сейчас что влезет, померим. Так. Давай.
Я вообще очень люблю ивановский трикотаж. Ну, когда он на самом деле хлопок 100%. Размер я заказывала 54-й. Что-то мне кажется, она маловато будет. Так. А я очень люблю дома в них ходить. Ну, в Крыму-то понятно, летом. Не летом даже, а с весны уже. Люблю такую одежду. Туники эти, как футболки, но длинные. Вперед короткий. Заткнуть. Модно. Модно. Так, это тоже. Это Сашина, видно. Так. Так, Сашину померить не на кого. У нас нет таких девушков такого размера. Ну вот, видите, да, хлопок. И вот такие шортики. Звездочку. Мне казалось, я больше заказывала. Тапочки. Тапочки, да. Ну что, смотрите, какие хорошенькие. С ушками. Какие прикольные. И у них на подошвочке вот такие вот эти вот штучки. Эти меньше размера. А я и брала меньше. Размер стоит весь один, как по-моему. Нет. А, нет. Нет. На 8 марта же. На 8 марта. Вот такие вот. Чунички. Да. Все скрепленные. Короче, больше всего тапочек получилось. Ну, да, такие светло-бирюзовые, что ли, какие-то такие вот. Вы уж извините, у нас тут свет не очень, люди же живут, не снимают. Ничего. Вот, со светом немножко проблема. Так. Ну что, будем мерить? Модель. Ну что, девчонки, хлопок. Называется кураж лиловый. Видите? Такой разрез по плечу. Хлопок. 54 размер. Сзади пониже, сверху повыше. Очень приятно к телу. Ну, Иваново. Иваново и есть Иваново. Вот такая вот моделька. Я не знаю, это можно, наверное, как рубашку ночную использовать. Тоже хлопок очень приятный. Тут вот кружева. Вот рукав 3/4. Он еще и застегивается на 2 пуговки. Вот. Такие стрекозы. Не знаю, мне кажется, для дома очень даже неплохо. Ну, а это прям платье. Ниже колен. Тоже очень приятненькое. Люблю я ивановские вещи. Ну, не все, конечно, но иногда попадаются не очень, но тут мне прям все понравилось. Вот. Прям такой вот. Я люблю черное. Не знаю почему. Люблю черное. Ну, а вот это, к сожалению, мало. Хотя тоже 54 размер. И больше всех мне его хотелось. Но оно оказалось мало. Видите? Очень жалко. Мало.
Так, ну вот это я повторюсь. Это Саша. Поэтому померить нам не на кого. Ну, тоже очень хорошая, прям. Очень такая хорошая, мягонькая. Так, это тоже Саша. Пижама Ночка называется. Очень хорошенькая, приятненькая. Хлопок 100%. И стоит она, сейчас я вам скажу. У меня же тут бумага есть накладная. Пижама Ночка, 44 размер, 322 рубля. Вот. Девочки, я вам ссылочки на этот магазин Василек под видео скинем. Вот. Кому понравилось, заказывайте. Кому нравится мой канал, подписывайтесь. Ставьте лайки. Вот. И тапочек вот у меня получилось. Тапочек. Как это? Всем сестрам по серьгам. А у меня получилось всем по тапочкам. А, и вот еще и вот эти вот. И вот такие вот еще. Все у меня теперь будут, девочки мои, ходить с ушками. Очень симпатичные тапочки. Вот Ирина Санна. Вот, там и карманы есть, да. А я вот и не заметила, что там карманы есть. Ну-ка, бочком-то повернись. Да, девушки, мы не хрупкие. Что сделаешь? Ну, вот это 54-й. Там есть еще и 56-й. Даже какие-то модели были и 60-го размера. Не, ну очень приятная штучка-то такая, да. Да. Ну, это она еще в джинсах, а джинсы снять поменьше будет объем-то, попи-то. Так что, ивановцы молодцы! Вот, видите, сколько? Жалко, конечно, вот это. Ой, оно мне больше всех нравилось. Ай, и мало. Ну, отправлять я, конечно, не буду. Я сделаю по-другому. Я сюда вошью пошире вот эту вот полосочку. Сделаю пошире. И все будет хорошо. У меня ж только поковыряться, вот дайте. Так что я хочу сказать, девочки. Не надо ругать, пожалуйста, в комментариях Иванова. Все мы знаем, что разные бывают по качеству вещи. Но вот в этом мне понравились, в магазине качество мне понравилось. Вот, еще раз вам повторяю, магазин Василек. Ссылочка будет под видео. Кому нравится, заказывайте. Там детские вещи. Ой, забыла, да, вам сказать-то. Там очень много постельного белья. Просто я постельное белье не заказывала. У меня еще пока и квартиры-то нет. Куда это постельное белье? Вот. А постельного белья очень много. И очень много полотенец. Что там еще-то было? Да много, ой, много-много всего. Заходите, посмотрите. Мне кажется, подушки там, одеяло. Ой, очень много всего. Вот я сейчас даже не вспомню, потому что я с тех пор-то не заходила туда. Но посмотрите, зайдите. Интернет-магазин Василек Ивановский. Я думаю, что там все себе могут что-то найти. Вот, а я пока с вами прощаюсь, мои хорошие. На улице минус 27. Ой. Когда уже эта зима кончится? Когда я уже в
Крым поеду в тепло. Пока-пока, мои дорогие. Целую вас всех. Всем здоровья. И весны поскорей.